Смотрите, это у нас бумажная оса. Оси достигают до 3 сантиметров, 4. Это у нас 3-метровая оса. Она из семейства двухкрылых, как и мухи и комары. Родственники вот этой осы. Пчелы шершни. У них очень больное жало, которое может ужалить вас больно. Да будет как жук-кровосос. Есть такие вот глазки черные. И у них может брюхо скатываться, как я проверял. Как кокон. То его без животных тех и можно заводить. Не забудьте аккуратно с ней. Осы, они похожи на пчел, просто которые воруют мед. Пока зрите, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Всего доброго, зрите.